Привет, с вами Марс, и мы продолжаем проходить Skyrim. Это шестая серия моего прохождения. В прошлой серии мы зачистили пещеру и направляемся вот сюда. Направляемся мы в Айверстед. Там нам надо поговорить с Седобородыми. Путь не близкий, плюс без коня. Я своего коня потерял, к сожалению. Вражина. Ай, разучился играть. Ты кто такой? Скотина, ты ж. Смотрите. У него одежда Эцио Аудиторе. Чувак, откуда ты взялся такой? Ассасин. Блин, не одежда Эцио Аудиторе с третьей части, с Ревелейшена. Чувак, еще и армянин. Так, гранат, записка темного братства. Яд. Так, стальной меч. Чувак, да вы смотрите, я тоже себе такой костюмчик хочу. Надо будет найти это темное братство. Чувак, классный сапог. И снять нельзя, вот что печально. Черт. Ладно, что там в записке-то? А где она? Не в свитках, в книгах. А вот записка темного братства. Ваша цель Марс. Подлежит уничтожению. Ну ясно. Подписка А. Подписалась Астрид. Походу, это она нас наняла. Ну что ж, Астрид, я тебя найду. Найду и убью. И не буду вступать в ваше братство. Вы пытались меня убить, сволочи. Я вам этого не забуду. Так, переключаемся на лук. Идем дальше. Ну что ж, серия началась с убийства. Хорошо. Буду начинать новые приметы. Серия началась с убийства. Посмотрим, какая она будет. Сохраняемся. Я тут почаще сохраняюсь, потому что у меня что-то вылетает скорее. Так. Блин. Нам далеко идти. Ну, похоже, нам надо подниматься. О, боже мой. Волки. С одного выстрела. Так. Проще простого. Так, а что это? Если я ничего взять не могу? Чувак, ну это прискорбно. Так, вот с тебя волк. Шкура, стрела. Хорошо. С тебя. Только шкура. Блин, я туда две стрелы садил с какими. Так, сохраняемся. Какая природа красивая. Так, цветочки. Буду собирать цветочки, буду алхимиком. Мне говорили, это интересно. Это добавляет бонусы. Вообще ко всему. Ко всему процессу игры. Надо будет где-то рецепты почитать. Это ведь отлично. Так. Лиса. Блин, поздно я лук достал. Надо ее догнать. Догнать лиса. Лиса, стой. Блин, у меня еще нету слоу-моушена на луке. Как это прискорбно. Как бы я уже ее выцелил. Блин, да что ж такое? Я хочу эту лису. Я хочу сделать из нее перчатки.
Хотя нет, у меня перчатки лучника, мне они больше нравятся. Так, ну блин, я что, лесу потерял? Прекрасно, это прекрасно. Я молодец. Ладно. А дорожки такие в гору ведут, путанные, змейкой. Да, чувствую, долго буду идти. В этой серии я доберусь до Айверстеда. Может, даже поговорю с седобородами. Так. Подожди, я там кого-то вижу. То не лисичка часа. Есть, попал. Кого я попал? Что-то за большая для лисы. Коза. Ну ладно, все равно выселить козу, это блин. Это классно. Во. Хорошая серия. Что-то я сегодня даже хорошо стреляю. Отлично. Думаю, нас сегодня не убьют. Ну что, у меня хорошая броня. Хорошее оружие. Меня не должны убить. Хотя могут. Знаю местных. Могут. Так, еще три точки. Будем разбираться совсем мало-помалу. Учиться алхимии, учиться зачарованию, учиться кузнечному делу. Сколько я воин, мне это надо. Ну что, заточу себе какие-то. Что это? Руины. Ух ты. Лиса! Лиса, стой! А, блин, не попал. Лиса, стоять! Черт, где стрела? Где стрела? Еще и стрелу потерял. Прекрасно. Где лиса? Где лиса? Черт. Ну, где она? Вон, по-моему... Нет. Блин, я опять эту лису упустил. Ладно, не судьба. Интересно, что же это такое? В этой игре нет ничего просто так, просто декорации. Так, может тут что-то есть? Нет, ничего. Ну, ворота. Клетка? Какая же это клетка? Ну, блин, не зря она тут стоит. Может, по какому-то квесту. Но придется вернуться во времени. Так, ну тут походу огонь был. Придется вернуться во времени. И посмотреть, что за клетка тут была бы. До того, как это все разрушилось. Да. Что я несу? О, тролль. Этот сожрет. Этот сожрет. Я знаю, тут очень сильный тролль. Очень сильный тролль. Блин, скотина, я еще помазал. Новый. Со скрытности чуть-чуть снял. Да что ж ты будешь делать, ты сволочь, ты такая. Ты зачем пришел? Ну попробуйте откинуть. Это у меня эта штука не работает, она не прокачана. Ах ты сволочь, ты такая, отвали от меня. Он меня сейчас сожрет. Отвали, отвали. Блин. Начинает свою комбо. Так, нет, не то. Вот это. Получи, получи, скотина, умирай, 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 троллята. Все, отлично. Ну, с ними как-то легко справиться. Но это обычный тролль, это даже. Тут есть два вида троллей. Есть еще морозные тролли. Вот это самый опасный тролль. Ненавижу морозных троллей. Я встретился с ним
Еще на том прокачан. Блин, тут сносит течение. Нифига себе. Даже такое продумано. А еще если меня снесло. О боже мой, там походу водопад. Да, блин. Ну классно. Классно проработано, все отлично. Меня даже течением снесло. О, круто. Так, какая-то берлога. А, это, наверное, этого тролля. Так, что тут у нас? Какое-то растение, корень мирный. Драйм. Керитон. Да, у меня немного подвисла игра. Это бывает, это бывает. О! Да, не только ушли. Пожалуй, я себе его оставлю. Так, вчера собрал бы. Нет, спасибо. Если уже на то пошло, за кого воевать, так я буду воевать за империю. Так. Ладно, продолжаем свой путь. Вот какой водопад. Классно. А где тут, тут пещера? Ну, не знаю, идти ли они идти. Наверное, они сверху где-то. Где-то сверху. Да, где-то тут. Ну блин, тут чуть-чуть не драйвер стеда. О, кофе. Да я отказал. Блин, вернулся. Ну ладно, тут я вообще что-то заснайперил. Так, ну блин. Нет, не пойду. Сколько мне драйвер стеда? Ну фигня совсем осталась. Да, совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть коверстали. Идти стоит, не стоит. Там медведь. Ну-ка. Да. Сносит так же, как и тролли. Сильная тварь. Нафиг. Блин. Что ж я попасть туда не могу? Вот, хорошо. Наверное, я определился уже со своим классом. Это будет полувоин-полулучник. Основная специальность будет луки. Потому что луки это отлично. А луки отлично еще в скрытность. При левелапе буду качать луки. Так. Чуваки, к вам бежит медведь. Блин, да он меня сейчас сожрет. Ох, ты скотина. Сильно ударил. Умри. О, все. Хорошо, забили. Спасибо, ребята. Спасибо. Так, три стрелы. Эй, чувак, вставай. Да не, не хочу с тобой говорить-то. Все. Подожди, а что ты мне хотел сказать? Высокий Хродгар. Чё? А, это, по-моему, крепость Светобородов. На горе. Ну, все ясно. Это надо мне подняться туда наверх. Там, где было мое первое видео по Скайриму. Ну, точнее, не видео, а приветствие просто. По-моему, это где-то там. Так, ну... Хорошо. Этот чувак, короче, заносит припасы, еду там все на крепости, короче. И просит нас это сделать вместо него, потому что он стар уже, немощен. Короче, говно он. А мы крутые. Четко. Ладно, чувак, хорошо, убедил.
Все равно мне по пути. Так, Айверсет. Прекрасно. А, да, вот он. Высокий Фрогер. Блин, на горе. Ну да. Блин, отлично. Ладно. Тут еще полно времени в серии. Мы сейчас полазим по домам, вот что-то сопрем. Так, какая-то ферма. Блин, какая-то девушка сидит. Или бабушка. Я понял. Вроде сюда. Так, ложка. Какая-то ложка, если это вилка. Она, по-моему, по квесту нужна. Непонятно. Блин, ты все равно меня видишь. А, во! Сейчас попробую эту фишку сбодеть. Так, блин, картошку нафиг. Ну. О, прекрасно. Так. Берем эту ложку. Прекрасно. Блин, чё? А, ты сволочь. Она меня спалила, сняла бадью. Стой, иди сюда, одень бадью. Одень бадью. Упс. Стражник Айверстеда. Ну, ладно. Я заплачу штраф, все равно немного. Ай, блин, нас поведут в замок. Или посадят в камеру. Ну я же заплатил штраф. Меня нема за что судить. Надеюсь, тут не в такую клеточку. У меня вообще боязнь. Клеткам. Всяким пыточным. Просто мурашки по коже. Виттен? А какого? Блин, да я попал в Рифтон просто так. Круто, блин. Ух. Да, сегодня удачная серия. Идти никуда не пришлось. Четко. Так, насколько я знаю, в Рифтоне у нас обитается гильдия воров. Так, это что такое? О, хромар. Так, сейчас там купим ожерелечко. И будем искать себе сразу же жену, потому что дома у меня еще нету. Так, подожди. Стопе. Стопе. Ой, так, ты мне не продашь. Этот чувак тоже не продаст. Так, ну блин. Тут должен быть монах в капюшоне, который продает эти амулеты. Че, он вышел куда-то? На попойку, небось. Так, надо помолиться Маре. Прости нам грехи наши. Так, ну может ты? Может, если с тобой поговорить, ты продашь мне? Да-да-да. Темные. Довольно миленько, но как-то не очень так. Ох. Ладно, да-да-да, помолись по мне. Я взял какой-то квест. Да, офигенно. Где этот квест? Куда он меня приведет? Так, это убрать. А, Кайверстед. Ну, так хорошо, тогда отлично. Все равно нам отправляться на это, на путь 7000 шагов, по-моему, так он называется, от Айверстеда надо. Так, блин. Жалко, что я ночью сюда пришел. Пчела и жало. Скорее всего, это таверна.
Ладно. Скорее всего, это таверна. Отлично. И вот этот чувак. Расскажи мне побольше о Маре. Мара, богиня любви. Ну, спасибо, капитан, я это уже знаю. Вы заключаете браки, как будто я этого не знал. Ну, возможно. Возможно. Возможно, ты мне напомнишь. Да, давай сюда, амулет Мары за 200 золотых, я думаю, это нормально. Вы принимаете пожертвования? Что ж, будем казаться добрым человеком. Относительно добрым. Так. Так, стой. Надо надеть амулет. Вот амулет Мары. Ну? Ну, блин, ну у тебя что же такой самый? Да что же, амулет Мару, по-моему. Ну, видите, у нее амулет. Такой самый, как у меня, походу. Ладно, что-то она не хочет. Хельга. Хозяйственная баба. Что, мне такая пригодилась. Так, ну... Так, официант выгоняет этого прорицателя, мамин черный вереск. А, это похоже решало местное. Так, ты братишка ее, Бриньоль. Чувак, откуда я тебя знаю? А, это ж ты предводитель гильдии. Да, вот я и нашел. Нашел человека. Ну, пока я не хочу за это брать. Так. Чё? Одумался? Ну, ладно, пускай одумался. Чё делать-то? Ясно. Тут надо воровство качать. Воровство у меня... На нуле, вообще на нуле. Ладно. Это гильдия я займусь в последнюю очередь. Перво-наперво надо будет разобраться с этим сволочами. С темным братством. Либо я туда вступлю, либо я их тупо убью всех, вырежу нафиг. Так. Мне бы где-то заночевать. Темно. Темно и все закрыто. Так, по месту черный вереск не подойдет. Благородный призыв. Красивый мирак человека. Блин. Вот так Хельга, она работала в ночлежке Хельги. То есть там можно поспать. Херы. Чё же я не вижу, где они? Скорее, да парни. Крепость. Скорее. Да, чё-то тут нету, чё-то я не вижу. О, благородный приют. Вот может приют, я меня приму. Как за своего. Так, открывайся. Может, тут мне хотя бы дадут выспаться. Так. Ты посмотри, какая ты добрая. А где тут поспать-то можно? Так. Блин, что такое? Блин, не принадлежит мне.
Так, а ты слушаешь, типа, коза. С вами поговорить нельзя. Может, мне ребенка можно установить? Какого-то из этих. Ну что, хотелось бы. Хотя у меня еще дома нету. Ну, пускай выращу себе соратника. Так, что тут еще есть? Ну, блин. Это скотина грела. Попускай тут детишек. Ай, ладно, ты со мной разговаривать не хочешь. Может, ты? Ну, продайте мне хотя бы. Грела всегда такая добрая. Добрая грела. Ну, ясно. Такой старушке только детей выращивать в приютах. Скотина. Ладно. Так и не нашел, где заночевать. Ну блин. Может, в таверне можно там комнату, знаю, снять можно. Так вот. Да, пчела и жаба. Окей. Так. Нет, не тебя. Вилья ворот. Ну-ка. Короче, попускает они, говорит, что это, мол, самое говно, и живут они в канализации. Крысиная нора. Канализация. Рассказала мне. Так, я хочу снять комнату. Да. Ну, я, пожалуй, догадаюсь. Так, не тут. Тут, да, второй этаж. Какая-то из этих. Может, здесь? Так, нет, не то. Да, вот это. Да. Все, закрываем дверь. И уходим отсюда. Точнее, ложимся спать, уходим. И часов 12 посплю. Чтобы отлично отдохнуть. Я мог бы, конечно, это время и просто подождать на улице. Но надо что. Скотина страшная. Боже мой. Вот это. Блин. Вот это с утра проснешься, увидишь такую страшного ящера. Блин, выходи отсюда, давай. Боже мой, блин, с утра увидишь такую хрень. Дуреешь. Так. Опа. Ладно, спокойно. Что-то напрягает такое. Блин, я посижу, послушаю. Так, ну короче, она хочет сбить с него деньги. Судя по ее униформе, это... Она одна из гильдии воров. О, короче, это чуха, она его подставила. Он занял у них деньги на какое-то свое дело. А она, мол, зная это, еще и ограбила его караван. И теперь требует деньги. То есть он не то, что не смог отработать свои деньги, они взяли и процент с него, и товар его. О, жестокая ты, сука. Так, ладно. Ты, Сапфир. Какая милая девочка. Ты мне даже нравишься. Так, нет, платить я тебе не буду, убеждать тоже. Забудь о долге. Иначе будешь иметь дело со мной. Я такой страшный. А, ну да, точно, я же орком играю. Он мне всегда страшно. Ой, чувак, успокойся. Ты какая милая. Ой, что это было? Это что за баги? Блин, да я ей в лицо зашел. Понял, ебано. Сиська. Ладно. Странно. Я вошел тупо в персонажа. Так, стражник.
Теперь осталось найти, ну блин, где этот чувак? Он в диалогах что-то там было. Ни с кем я не хочу говорить. О, биотерический шлем. В диалогах с этим чуваком что-то было про конюшню. Может, он рабочий в какой-то конюшне? Конюшня снаружи должна быть. По-моему, это тот выход. Ну, классный биологический такой шлем. Немного неровный. Ничего, стон классный. Так. Чувак, может это ты? А, нет. Расскажи мне о Рифтоне. Да, спасибо, в пчеле и жаль, я могу поселиться. И тут есть медоварный черный вереск. Ясно. Может это ты? А, нет, это какая-то гроза лошадей. А почему тебя называют гроза лошадей? Да, сколько лет? Вся херня. Вот ты скотина. Он, короче, надрюпался и на маленькую лошадь выпрыгнул и сломал ей хребет напополам. Сволочь. Убить бы тебя, такую скотину. Ладно. Так, о, пиццин, конечно. Там наверняка что-то есть. Так, все, ты меня не видишь. Адепт. У меня 18 отмычек. Это будет сложно. Тем более с тем, что у меня уровень взлома так 16. 15, считай. Скрывать адепта это мне рано пока. Надо бесконечную отмычку нарыть. Блин. Но насколько я помню, насколько я знаю, эта бесконечная отмычка дается за гильдию убийц. Хотя стоп, отмычка за гильдию убийц. Нет, отмычка это дается за гильдию воров. Где-то там какие-то квесты есть, короче. Ну ладно. Ну, да, прекрасно. Не прошло и полвека. Так. Сложный замок был. О, блин. О, ты! Эй, чувак. Ты успокойся, я тебе говорю. О, блин, сколько у тебя всего-то. Чувак, я тебя сейчас убью, заткнись. А, блин, скотина. Сейчас стражу еще позовет. Сволочь такая. Благодарная. Я его выручил, а он козел. Ладно, сейчас тебе дверь забаррикадирую, скотина. Так. Во, все. Хрен, ты отсюда увидишь, сволочь. Ага. Все. Так. Посидеть нельзя? Ну что ж, на этом уже будем заканчивать. На этом уже будем заканчивать эту серию. Сейчас подкрепимся. Уже как по традиции. Традиции такую виду. Подкрепиться в конце серии. Что, сожрём-то? Сожрём хлебчика. Два хлебчика. Морковочку сожрём. Два штуки. Лососёте, но сожрём. Одну штуку. Может, козью ногу съедим? Нет. Запьём вином. Два штука. И всё, пожалуй. Всем спасибо. Всем пока, до новых видео.